обнали вот тот, крайний. Ты встань, подержи. Еще и я в лютую носу, я гнал вот так, встал, надо льдом, все нет. И лед дорог. Я в лютую носу, на груве, полный газ, блин. Попрыгунчик такой. А знаешь почему? Планист с детства занимается на соревнованиях международных. Вот, он был в Финляндии на соревнованиях. Mm-hmm. И у него значит, парень, приятель, который стал чемпионом мира. Uh-huh. Последний полет. Летет там вниз, вот так, как лодяйка, попробовал кулом обратно. И опять потечет. Все такие, вот, говорит, яйца железные, мужикам. Вижу. Опа. Нормально, нормально, сажай, спокойно. На себя тяни и все надо. Бум! Не вытянул ты его. А нет, не хватает ему. А что такое-то? Вот пока непонятно. А что произошло? Ты это снял? Да. Отлично. Просто вообще не... Так, попытка номер два. Первая не удалась. Самолет, похоже, был пьян. Охуеть. Сори за. Может, в нем произошло. Ну, в общем, короче говоря, вот что у нас приключилось. Вот такая хрень. Я на все-таки приклеил крепление и что-то здесь.